Цяпер у Клічаве нікуды не падзецца ад будаўнічага шуму. Ва ўсім райцэнтры ідзе вялікі рамонт. Ад агароджу і клумбу ў дварах да цэнтральнай плошчы, дзе цяпер спынены рух аўтатранспарту. Тут будзе галоўная сцэнічная пляцоўка абласных дажынак. Дом культуры і школа мастацтваў адкрыюцца пасля капітальнага рамонту. Пабудовы пасляваеннага часу атрымаюць новае жыццё. Там нарэшце з'явяцца сучасныя выгоды. І ў работах па навядзенні парадка бяруць удзел і самі клічаўцы, якія выходзяць на суботнікі. Сегодня они активно участвуют в устройстве газона, благоустройстве дворовых территорий, ремонту заборов. Короче, во всех мероприятиях самое активное участие принимает население нашего Клича. У городе капитально ремонтуются так само 13 жилых домов. Асфальтуются в улице. На социалистичный ремонт должился полтора месяца. Ровный асфальт для автомобилистов, тротуары для пешеходов. Навод самим будовникам, якие из Кировска, подобается. Ну, да, нравится, да. Приятно посмотреть уже. На подрыхтовку до дажинок областный бюджет выдаткаваў каля 10 миллионов рублю. Але для ажыццяўлення усіх клічаўскіх планов гэтага недостаткова. Таму тут шукают спонсору и робят талакой, например, у парадкаванне городского парку. Зрабіць усё для гостей аграрного свята, але и для себе с планами на будущее. Прежде всего, навести порядок в нашем городе, так, чтобы благоустроить, чтобы душа радовалась, когда люди сюда приезжают. У нас очень хорошие места, живописные, экологически чистые. Два заповедника международного значения. Как бы вполне возможно развивать и туристический бизнес. Люди працуют и напереди еще 100 объектов. Больше за два месяца напруженной працы. Выполняем, чтобы все было ровненько, аккуратно. Вы со строительной организацией или вы волонтер? Ну, волонтер, можно сказать. Что-нибудь может улучшиться у нас. Может, я не знаю, что-нибудь для молодежи построят. Очень оживленно, нам нравится, радует глаза, все кругом так хорошо. Будем наконец-то жить в хорошем, аккуратном городе. Приятно. Даже ребенку нравится, что у нас будет не хуже, чем в Бобруйске, в Могилеве. Правда? Да. С Клічавай, Ілона Іванова, Юра Власцоў. Новини региона.